из тех, кто смотрит сейчас, переживают за свой город. Мы все в отчаянии. Мы готовились к этому всю жизнь. Голодаем, едим семечки. Я встретился с Гусейном, а он сегодня на ламбе. Сегодня большой день у вас. Я тачку купил, говорю. То, что происходит у нас в жизни, с самого детства нас тренировали. У тебя уже какой месяц? Так, вот наш дом на дереве. Ну мы, кстати, планируем переехать. Адам выше! Давайте беречь свое здоровье, давайте беречь своих близких. Не сильно умею это там делать. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Колокольчик. Голосуйте. За что? Да. Тынь-тынь-тынь-тынь. Всем привет, друзья. У всех коронавирус. Мы поехали, закупились продуктами. Все дома, все в сборе. Мы давно не были на студии, мы давно не писались. Самое время уделить больше времени творчеству. Мы очень хотим гастролировать, очень хотим приезжать в города. Но, к сожалению, пока вот такая ситуация в мире. Моя машина стоит в гараже, стоит, ждет, пока будет тепло. Поэтому на ней я покататься не могу. Мы только прилетели с концерта. Настолько начал бредить этим, что решил, что я не успокоюсь, пока это не сделаю. И сегодня настал тот момент, когда я это сделаю. Подожди. Мне жарко стало. Как сказал Серго, бедра не лучше, чем у Кардашьян. Потом вырежет. Это просто невероятно. Серго, я поместился. Этот спорт. Братан, но кататься я на ней тебе не дам, понял? Когда будет очень серый и тусклый день, ты просто заходишь в гараж, смотришь на эту машину и короче, эта машина будет способствовать замене солнца в Москве. Она такая яркая, что это просто. Я тачку купил, говорю. И с этого момента становится обладателем нового Porsche. 911. Так, друзья, хочу поговорить по поводу концерта, потому что многие из тех, кто смотрит сейчас, я думаю, переживают за свой город. И на сегодняшний день, 16 марта, у нас произошел перенос Караганда, Нур-Султан, Павлодар, Семей, Усть-Каменогорск. Скорее всего, будет Самара, Германия, Киев, возможно, Ташкент, Бишкек. Есть вероятность, что будет Ульяновск, Пенза. Очень много концертов перенесено. Хочу вас успокоить, всех тех, кто приобрел билеты. Эти билеты будут действительны, они работают, функционируют. Поэтому мы обязательно будем в вашем городе в течение этого года. Какую дату, какой месяц попадет в ваш город, никто не знает, потому что у нас расписанный график был на год. И сейчас все свободные даты мы будем забивать концертами. Просто нужно время. Давайте беречь свое здоровье, давайте беречь своих близких. Сегодня появилась такая идея снять наш день без красок, без масок. То, что происходит у нас в жизни, как мы себя ведем. Наверное, третий день, когда ребята играют в PlayStation, играют в одну игру, которую включают на телеке. Видите, из-за видеосъемок влога Маргоши пришлось перебраться на лестницу. У тебя уже какой месяц? 6. Как тебе удается быть такой же стройной? Тебе будто... кажется, что я стройная. Не кажется, я знаю. 6 месяцев никто не знал, что ты беременна. Понимаешь? Ты не фоткай себя вот так. Да, конечно. Даже когда ты в люди выходила со мной. Все сложно спать в таком положении. Смотрите, задрот. Блин! Потому что мы все в отчаянии. Мы хотим на концерт. Мы хотим на сцену. Сегодня у нас будет автограф-сессия, на которой мы будем выступать. Сзади тебя огромное количество журналов под ногами. И мы постараемся сегодня всем уделить внимание и подарить всем журналы и хорошее настроение. Спасибо!
Сити Холл. Это третья ежегодная премия. Всем привет, дорогие друзья. Я впервые во влоге. Да. У нас этой ночью 17 число. Может быть, вы будете смотреть уже не 17, но 17 число. У нас выходит песня вместе с клипом на Атом. Атом, каждый твой атом. Я бы раскрыл себя, это не игра. Я бы опустил, если бы не было тебя рядом. Ворвалась в атмосферу моей жизни звездопадом. Атом, каждый твой атом. Я бы раскрыл себя, это не игра, но ты не права. Это мощная работа. Это мощная работа. Надеюсь, вам понравится. Да, мы надеемся, что вам понравится. Еще не сильно умеют это делать. Картинки, брат. Так, смотрите. Картина. Это нам Турал подарил. Да. Это Эль. Это Rava Music. This is Johnny. Я не помню, кто подарил. Вот. А вот Жара, Джонни, Андро, Платина, Альман. У Джонника лежит там 15 штук, они просто у него лежат. Гафурчик, наш брат, полноценный артист Rava Music. Да. На память. Спасибо вам огромное. Да. За подарки мы их все складируем. А моя жена приготовила очень вкусно. Я говорю, у Мэри есть деньги, она хотела это делать. Сейчас все будем обедать, а даже завтракать. Время 3 часа дня, а мы только завтракаем. Так, вот наш дом на дереве. Давайте поднимемся туда. Вот, мы сюда поднимались всего пару раз, если честно. Вот такой дом тут. Здесь вот обогреватель даже. Но мы, кстати, планируем переехать. Да не бойся. Да. Уверен? Да, 100%. Хорош. Чаще мойте руки. Да, мы, честно говоря, мы вообще не знаем, о чем снимать пока что. Короче, сегодня день дома. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, колокольчик. У нас еще есть несколько картин. Моя. Эти вот игрушки. И еще одна моя картина. И везде единороги. Ты в меня так влюблена. Я же вижу, что мне говорят твои губы, говорят твои глаза. Хою на луну, дыма вдохну, и в эту глубину я нырну. Я не могу, и я тону, эту бездну, где я вздохну и спокойно улечу. Давай, бармен, тащи пустой стакан, стакан, чтоб я не смог напиться на повал. Я не давал тебе поводов, доводов, даже поверить в меня. Я не давал тебе поводов, ты сама себе придумала этот обман. Этот обман, этот обман, этот обман. Я просто майкотный фильм на гост. Музыка, опиум, быстрый наркоз. Я задаю все, называй меня босс. Называй босс. Привет, дорогие друзья! Хотел бы вам сказать, что этот день наконец-то настал. Через буквально пару часов мы начинаем, будет полная жаришка. Это очень волнительно. Ну, пацаны, сегодня большой день у вас. Первый большой, сольный. Я вас поздравляю, да. Дай бог, чтобы все пошло офигенно, а именно так все и будет. Очень горжусь. У нас будет впереди 2 часа самых счастливых. То, о чем мы мечтали, то, к чему мы так долго стремились, сегодня это воплотится в жизнь. Да? Ребят, что у нас по полу? Там, где мы матюкаемся, хотя бы пип сделай. Yeah.
еще один день. И мы делаем музыку. Сидим на студии постоянно. Прекрати меня искать. Я выжил этот страх. И на твоих треком. В моем сердце снова с неба. Как же с чувствами совладать. Твои глаза теряют экран. Every time I look to the way I feel, to the night of the built light taking. Сижу на студии, пытаюсь сделать что-нибудь новенькое. Вдруг ты поняла, что я виновен, и хотела, чтобы я ушел. Вдруг ты поняла. Привет. 92-й день, как карантин. Как идет коронавирус? Голодаем, едим семечки. Петя, куда? Дай пас. Спорим на 5000 рублей. Тут, короче, воды много, сложно попасть. И еще большая бутылка. Где мы? Я чувствую, я доширак свой неси. Нет. Давай 5000. Снимаешь? Да. 10000, да. Детских дал. Подписчики, в комментариях скажите, что это 5000 рублей. Брат, ну здесь 5000 на самом деле. Вот, слышь, ну ты. Поспорим. Давай на 10000. Доставай! Все валюты расплачиваются. На доллар уже 75, иди отсюда. Сколько это? Нормально это. Лучше в долларах держи, братан. Завтра неизвестно, сколько будет. Изик. Лети. Папа, лети. Лети. А где музыка? А? Это ты купил машину? Нет. За сколько купил машину? Короче, мы решили, раз такое везде карантин, все такое, хоть машину в чистом виде. А не смущает, что снег? Не смущает. Солнце, главное, появилось. Мы собирались сделать гонку, и так получилось, что сегодня я встретился с Гусейном, а он сегодня на ламбе. Кстати, я понимаю, что у него машина больше лошадей, два раза почти. Встанем, посмотрим, на что способна та и эта машина. Погнали. Сейчас доедем до них в Москва-Сити. Че, погнали? У меня, кстати, появилась любимая песня. И даже если ты без номеров, нарушать нельзя. Вот, вот она, вот. Короче, ребят, из-за того, что машины низкие, на лобовое стекло клеится защитное стекло. Че я не взялся на кнопку? Здесь как в капсуле. Тормоз нажми. Оп. И поехали. Включаю в первую. Не могу ехать. Честно сказать, как-то нет. Не понял нафига. Как назад? Блять, как назад? Как назад? Шаришь, не? Да ладно. Блин, ну короче, надо привыкать. Надо привыкать 100% к такой машине. Паркинг. Как она открывается? Как? Он говорит, давайте не говорите ему, как она открывается. По-любому где-то должна быть кнопка. Может, устроим гонку? Заезд. На ней. Ну что, присаживайся. Чувствуешь этот запах новой машины? Слушай,
едет намного мягче, чем мой Ламба. И звук ничем не хуже. Надо ему сделать пленку, красный цвет ее, и будет вообще топчик. Я бы на ней катался каждый день. Она такая мягкая. Даже мягче где-то гелика, знаешь. А это трактор. В Ламбе самое крутое, это вид просто снаружи. И очень часто бывает, когда катаешь девушку, укачивает. У тебя такого не бывает? Ладно. Давай поставимся. Я, правда, не умею, это первый раз. Ребят, сейчас будет самая жесткая гонка. Вы такого еще не видели. Мы не одинаково стартанули, да? Да, не одинаково. Ну что, ребят, первая гонка. Короче, прикольно. Так спонтанно получилось и круто. Я испытал эмоции, я думаю, что Гусейн тоже. Ламба это месяц на планировала, говорит, что это спонтанно да, получилось. Но ламба на вид сумасшедшая. Но, бро, моя любовь будет здесь. Я хочу сказать, что победила дружба. Если честно, я не знаю, я бы хотел иметь в гараже все спорткары мира. У этой свой кайф, у этой свой кайф. На этой, знаете, с девушкой можно кататься вечером, да, по Москве. На этой, когда ты катаешься с девочкой, она... Вот становится плохо. Это выглядит со стороны вот так. Серьезно, все, бля, трясет у нее. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо вам большое. И лайкайте видосы этих ребят, поняли? Сегодня мы решили разбавить контент. Спасибо всем, кто смотрел. Мне кажется, что многие не ожидали, что это может произойти. Я искал видосы, где 911 будет стоять какой-то достойной машиной, и я нигде не мог найти. Надеюсь, вам понравится. Подписывайтесь, колокольчики ставьте, отправляйте друзьям, пишите комментарии. Вообще не все не важно. Спасибо. Я не знаю, что сказать. Я могу точно сказать, что у нас совсем скоро будет концерт онлайн. Прикольный будет концерт. Мы сейчас больше будем снимать видео для Ютуба. Это было чисто для вас, потому что, мне кажется, многим пацанам было интересно, как эта машина себя ведет. Я рад, что это произошло. Ну, в плане того, что я с кем-то встал, потому что я никогда не гонялся ни с кем. Моя первая машина, это была Mitsubishi Charisma, которая на ходу сыпалась 100%. И после такой машины пересесть сначала на Macan, а потом на 911, это, конечно, круто. Я никогда не думал, что это произойдет в моей жизни. Да че, вру, я знал. Я знал, что это будет. Блин, это не да, блогер какой-то. Спасибо всем, ребят. Правда, спасибо всем. Может быть, еще. Просто такие тачки. Еще Литвин в своей тачке уверен, можно еще к нему. Ну, Литвина очень серьезно. Во-первых, Литвин очень хорошо катается. Я ему писал, но у него нет сейчас прав. Но как появятся права, мы вроде с ним договорились, что мы прокатимся. Мне кажется, ему тоже было бы интересно. Бро, если ты смотришь, давай встанем, прокатимся. Просто ради интереса. До сотки разгонимся. А там, где можно до 60, то до 79 разгонимся. Можно превышать на 19 километров. Знаю, ПДД. Вся Рава практически. Hello, put your hands up. Мы поедем смотреть новый дом для Равы. Мы давно планировали это сделать. Yeah. Нашли один дом, но проблема в том, что там нет бассейна, нету бани, нету бильярда, нету тренажерного зала. Скичи, пожалуйста, мы построим. Да. Как мы это? А в этом доме есть. А, ну еще проблема в том, что дом слишком большой. Ну прям. Но зал огромный. Мы приехали смотреть дом. Друзья, не забывайте. Когда это видео выйдет, уже коронавирус пойдет. Да. Вот такой. Такой-то двор.
Пойдем просто. Проект X. Кто смотрел? О, привет. Ой, кушаешь ты. Можно посмотреть одну комнату? Одну комнату и все. Вот она. Вот она. Друзья, вот она. Квадратная комната. Ему нужна прямоугольная. Лучше, чем наша, но можешь себе представить жить в деревянном полностью доме? Не кажется, что мы едем в дом, типа загородный, потусоваться? Прикольно, но знаешь, мне не нравится то, что везде темновато, понимаешь? И по-старому хочется что-то европейское. Не, ну европейское прям не хочется. Друзья, мы сейчас возвращаемся домой, мыть руки, закупать продукты. Пока в мире всемирный кризис! Во время всемирного кризиса Рава Мьюзик, знаете, что готовит? Бургеры. Ярослав КВ, не здороваемся. Привет, просто привет. Не здороваемся. Что значит не здороваемся? Да, ногами. Как дела, нормально? Вот, вот. Дорогие подписчики, сегодня мы вечер планируем встретить в кругу семьи, в кругу друзей. Через 40 минут выходит песня, клип Кафу. Мы готовились к этому всю жизнь. С самого детства нас тренировали на компьютерах. Сначала на Sega, потом на Sony PlayStation 1-2. Мы убивали зомби. Потом смотрели фильм «Зомби-лэн. Ходячие мертвецы». Для чего ты думаешь это все? Вот он этот момент, когда мы должны проявить все свои способности и расстрелять всех этих зомбиков. Поэтому ты как ведьмак, да? Покрасился. Я покрасился ведьмаков, да я буду рубить их. У меня нет только меча, но есть 22-сантиметровый. Все, тихо, тихо, тихо. Адам вышел! Сейчас будет разнос, ребята, разнос топ-чартов, разнос! Вновь услышу голос твой, сведешь с ума, сопротивляйся.